Многие, прошедшие армию, как говорят, заочно, все же будут служить. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, прошедших военную кафедру в вузах. Об этом сообщили в Генеральном штабе. Призывать будут офицеров в возрасте до 43 лет, имеющих степень не ниже бакалавра. Срок службы 18 месяцев. Сначала 3 месяца учебки, потом служба в воинских частях, не задействованных в АТО. Новшества коснутся и женщин, прошедших военную кафедру.